наши треки на репите. Вы мне не звоните, все варики есть в интернете. По делам ответственным печать, ручка. Чик, вот это вот меня интересует. Westlake Tires. Это у нас регламентная шина или нет? Зафигеть просто. Надолго хватит. На весь сезон, наверное. Так, ну все, шиной втарился. Поехал следующий чекпоинт. Есть там еще одна суета интересная. Надо успевать. Смерть, подойдя вплотную, с винсом плюнет из дула. Дула не подведет, не дула made in Tula. Так, разобрал я там на складе стеллаж. Даже два стеллажа. Очень надо моторочку. Под конец рабочего дня собираем. Работаем плотно. Так, ну вот, уже один стеллаж проверяем. Полка держит 150 килограмм. Вася, тури. Давай проверим. Давай. Пожалуйста. Прикинь, сейчас сложится. Это будет пизда. Димон, лезь наверх. Да нет, пизду. Миша, на самый верх. Серега, посерединке. Вечерочек у нас продолжается. Задача стоит обуть два комплекта держака. Вот одни из дисков. Лютейшие уворки. На параметрах 10.9. Что пишут-то? D1. Диван. Ну, естественно, на диван же будем ставить такие калачивные. Кайф. Погнали. Колеса крутятся, резина трется. Пусть тот, кто ждет меня, обязательно дождется. Пусть то, о чем мечтаем мы, по-любому сбудется. Дорога стелится, колеса крутятся. Правда с улицы. Эта тема не для программы «Умники и умницы». Эта тема на первый канал не купится и останется там, где остается улица. Ты прав, брау, каждый. На Белиша тоже обул держак. Самый жир выскочить на наклеечках и строгануть их. Хорош, на сегодня пора спать.